видео я расскажу про аппликатуру фригийского лада в боксе первой ступени. Ну, в общем, как обычно. Фригийский лад является минором, поэтому не содержит в себе большой терции. Аппликатура фригийского лада в боксе первой ступени от ноты ля выглядит так. Тем самым еще фригийский лад является синтезирующей гаммой гаммы фламенко совместно с мажором, с натуральным мажором. Фригийский лад очень похож на лакрийский, поэтому я могу четко сказать, что этот лад обожают металлисты. Вторая ступень фригийского лада. Создает какой-то, как пишут в литературе, испанский манер и некий драматизм. Но драматизм это уже по Юнгу. Ну и применение, как я уже сказал, металлисты очень любят делать рифы с новым переходом от тоники. Испанское было? Нет. Ну, может быть. В общем, фригийский лад является таким же инструментарием для импровизации, как и все остальные лады. И как вы будете это использовать, все зависит от вашего вкуса. Главное, чтобы он не оставался просто гаммой или просто ладом.